Луковица тюльпана зелено-цветного Green Spirit относится к очень впечатляющему и привлекательному сорту с необычной окраской. Тюльпан с поздним цветением в высоту достигает 60 см. Один из немногих зелено-цветных сортов, лепестки которого практически полностью окрашены в нежно-салатовый оттенок с широкой белоснежной каймой поверху. Статный высокий бокал раскрывается в конце весны, причем к окончанию цветения белая окантовка приобретает кремовый оттенок. Идеальный весенний цветок для оформления бордюров или задних планов цветников. Тюльпан зелено-цветный Green Spirit – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан зелено-цветный Green Spirit можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан зелено-цветный Green Spirit в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан зелено-цветный Green Spirit – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.